Всем привет, друзья! Вы на канале Brawl Stars Play. И сегодня мы будем с вами играть в Brawl Stars, как всегда. Вышла, видите, такие новогодняя заставка с елочками. Вот у меня Барли такой, Дед Мороз практически. Так, давайте посмотрим, что у нас есть здесь в ящике. Бесполезная штука, конечно, как для меня. Так, бесплатный ящик. Давайте посмотрим, что там у нас есть. Ничего, как обычно. Из маленьких ящиков практически никогда ничего не выпадает. Один раз мне выпал какой-то гаджет, по-моему, и все. Так, давайте с вами будем проходить квесты. Возьмем для начала, пройдем квесты сегодняшние. Убить 9 за розу. Возьмем захват кристаллов. И сейчас быстренько его пройдем. Как он, кстати, этот герой? Очень хороший вблизи, очень хорошо для захвата кристаллов. Так, поехали. У меня 8 бит в команде и Эмс. Так, давайте подбираемся. Аккуратно, умирать не надо. Так, отлично, спрячемся здесь и пускай будем контролировать эту зону. Раз, есть. Так, отбиваемся, надо восстановиться. Немножко. Так, Эмс потеряли, но ничего. Так, быстренько подбираем все, убегаем. Так, ну мы контролируем центральную зону, поэтому тут, я думаю, будет пока без шансов. Так, чтобы медведь меня только не убил. Есть, все, убежали. Так, у нас уже 7 кристаллов. Пробуем отбиваться дальше. Так, мне надо ж не просто пройти, мне надо убивать, чтобы пройти этот квест. Давайте щиток и поехали всех кромсить. А, у меня осталось 46 хп, вот это, конечно, да. Так, бежим побыстрее отсюда, надо отрегениться. Так. Давайте, минус медведь. Так, я... Что-то отвлекло меня. Так, давайте. 7 кристаллов у нас. У меня есть ульта, это очень отлично. Сейчас я смогу идти вот прямо в бой. Есть минус 1. Сейчас будет минус 2. И сейчас сделаем минус 3. Есть, все, бежим. Надо забрать. Есть, забираем. И убегаем. Так. Нет. У меня 19 хп. Все, ура, мы выиграли. Отлично. Так, посмотрим, сколько у нас убийств получилось. Целых 7. Супер. Так, давайте тогда еще раз сыграем. Я думаю, за 2 раза мы сможем пройти этот квест. Это легенький квест. За него даю только всего 100 звездных очков. Но все же для прохождения Brawl Pass всегда пригодится. Если вы помните, я прохожу... Не то чтобы прохожу, я пытаюсь набрать как можно больше кубков Brawl Stars. Моя цель 50 тысяч, при этом не задонатив ни разу. Потому что вот именно я хочу не донатить сюда, а раскачать свой аккаунт максимально. Так, у меня 19 хп, надо бежать. Так, мы оккупировали центр, но надо отбиваться. Так, ульту, включаем ульту и разбиваем его, отлично. Так, давайте спрячемся где-то в кустиках. И вот так, ульта, я не успел нажать ульту, как так? Не хватило буквально миллисекунды, я уже кнопку нажал, но оно еще не успело сработать. Так, надо аккуратно, они забрали у нас все. Обходим, ультуем, и вот так, иди сюда, я тебя не отпущу просто так. Так, отлично, мои кристальчики отобрали, так... Аккуратненько теперь вот так ультуем. Ой, сейчас я... Беги, Роза, так. Это было очень опрометчиво, забежать прямо на ихнюю сторону, попасться прямо в ихние руки. Так, давайте сейчас попробуем вот так с кустиков. И вот так одного есть, но... Опять этот Кольт со своей ультой. Конечно, ульта у него очень мощная. Так, у нас есть у Эмс 12 целых штук.
Но надо аккуратнее быть так. Я думал, там в кустах кто-то есть. Есть, так, и ульта. А, уже и не надо. Я пока играл, отвлекся и даже не увидел, что время прошло. Отлично, квест мы этот выполнили. Немножко проходили, попроходили другие квесты. Вот, квест на розу прошли. Так что отлично. Будем проходить квесты дальше. Ну, смотрите тогда следующее видео. Пока-пока.